Всем добрый день! Сегодня опять очередная распаковочка. В настоящее время вы видите перед собой коробочку, на которой написано микрофон. Интересно, присутствует этот микрофон внутри или нет. Но хотя по уже названию вы поняли, для чего эта коробочка, а конкретно что находится внутри этой коробочки, служит. То есть себя представляет коробка, вот она в таком варианте пришла. Сразу же хочу сказать, здесь настольная стойка непосредственно для микрофона с фильтром, соответственно, для того, чтобы отсечь так называемые потоки воздуха непосредственно на микрофон, тем самым улучшить голосовую запись на микрофон при помощи данного устройства. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. И давайте смотрим, что внутри. А внутри у нас располагается, ну, во-первых, тренога. Такого плана. Выполнено все из пластика. Дальше, следующая часть. Это непосредственно, ну, гибкая трубка для того, чтобы фильтр размещать перед микрофоном. Резиновые пасики для того, чтобы закреплять микрофон и от вибрации. От вибрации сберечь для того, чтобы у вас тоже не было никаких помех. И тоже как вариант в последующем, если купить другой вариант стойки, не на стольной треноге, а, например, напольной, либо при помощи так называемой сгибаемой ноги, настольное тоже крепление, то вот эту часть можно уже дополнительно не приобретать. Она уже у вас универсально присутствует соответствующей резьбой в комплекте, который поставляется в данном варианте. Так, ну, во-первых, инструкция еще. Во-вторых, инструкция. Инструкция у нас идет на английском языке. Все размерчики указаны. Кому это необходимо знать, паузу делаем и смотрим. И последнее, что находится здесь, это непосредственно фильтр с резьбой для того, чтобы разместить. Есть у меня микрофон такого плана, который участвовал в съемках. Если вы видели музыкальный центр Айва, есть такой микрофончик от него. Давайте сейчас по-быстрому проденем провод. Можно было, конечно, открепить эти резиновые пасики вот такого плана. Эти резиновые пластики, как демпферы, используются тоже от вибраций. Дальше прикручиваем треногу. Вот мы установили в таком варианте. Можно регулировать. И последнее, что у нас осталось, это непосредственно сам фильтр, который мы накрутили успешно при помощи гибкой связи. Расположили и установили. Есть различные варианты. Можно было наоборот сделать. Можно было поглубже посадить данный фильтр. Давайте сейчас посмотрим, как этот фильтр работает. Я стараюсь подключить и произнести некоторые слова. Получится, не получится. У нас воспроизвести те потоки воздуха и как этот фильтр отсекает непосредственно от записи в микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Тестируем микрофон на перегрузку. Раз, два, три, четыре, пять. Тестируем микрофон. Пример. Погода. Пример. Погода. Погода. Пример. Погода. Пример. Погода. Раз, два, три, четыре, пять. Тестируем микрофон с фильтром. Погода. Пример. Погода. Пример. Погода. Пример. Погода. Пример. Погода. Пример. Так, я предоставил вам
информацию о данной стоечке. То есть все желающие делают свой осознанный выбор, кому необходимо данное устройство для микрофона. Микрофоны могут быть различные, положить можно будет по-разному, то есть в зависимости от того, как у вас действует микрофон. Здесь продемонстрированы варианты, как он непосредственно располагается и действует. Я осознанно свой выбор сделал, результаты, как обычно, продемонстрировал. Вашему вниманию. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.